Салам, азиз йолдашлар! Здравствуйте, дорогие друзья! Нет, я решил, наверное, здороваться с вами по-новому, как я вчера говорил или позавчера. Хэр вахтывус хэйр. Это значит, добра вам в любой час дня. Сегодня я хочу с вами пообщаться, как я пишу песни, что меня побуждает. Одна песня, допустим, из про любовь, когда я пишу, у меня чувство тут любви появляется, а когда тоска по родине, я про родину начинаю писать. Песня просто так не пишется, как один мне говорил, напиши про наш город. Он думает, это так просто. Взял, написал про наш город. Чтобы про город написать, надо его изучить, надо в нем жить. Вот про Сумгаит я написал около 50 песен. Я, правда, уже не стал считать, надоело. Но много написал. Я когда с Сумгаита уехал, у меня там никого не осталось. Я так тосковал, хотел на родину, а не к кому ехать. Даже знакомых не было никого. Это было лет 8 назад, наверное. Я так сильно задумался, затосковал, и мне мысль пришла написать песню. А пишу песню я недавно. Вот моя первая песня родилась от тоски к родине. И стихи, знаете, как я не сидел, не писал. Просто они вылезли из моих мозгов. Без всяких проблем. Так же и мелодия. Вот. Ну, спел я, да, ее, как получил удовлетворение. А потом я решил делать клипы. А клип это, если делать про Сумгаит, про Баку, надо где-то у моря. А не могу в Азербайджан поехать. И я сам себе решил, что как окажусь возле моря, да, я сразу про Баку, про Сумгаит, все клипы там сниму. Потому что море, какая разница? Море там, море здесь. Потом я понял, что разница в морях есть. У нас в Каспии волна за волной идет быстро. Одна, поэтому, говорят, седой Каспий, он так мутится. И как будто седой Каспий. Я попал в Таиланд. Мне в Таиланд было проще попасть, чем в Азербайджан, представляете? Ну, не к кому ехать, а в Таиланде ее гостиница, все классно. И там океан. И я решил, первый свой клип сделал в океане. У океана шел вдоль берега, пел про Сумгаит. И кто-то заметил, начали критиковать, что ты там нам втираешь, это не Каспий. А я нигде не говорил, что это Каспий, я просто пел песню. Просто люди есть завистные, завистливые такие, да, им лишь бы найти что-нибудь, какую-нибудь подковырку, чтобы подколоть. Я нигде не говорил, что это Азербайджан, это Сумгаит. Я просто шел вдоль берега. Так что имейте в виду, я сейчас клип этот покажу. Первая моя песня, первый мой клип, снят в Таиланде. Вот. Так что давайте сейчас посмотрим мы его. До завтра. Вот. Поэт, что такое? Откуда это листья? Как часто слово? Золотой рассвет озаряет небо, волны шлют привет. Я давно здесь не был, я скучаю по тебе, живу мечтой одной. Как хотелось бы вернуться в город мой родной. Сумгаит — это детство, Сумгаит — это юность.
Я ходил встречать рассвет к морю поутру. Ласковей, чем наш хазар, в мире не найду. Озера Джейран-Батан жажду удалить. Это наш Азербайджан, это Сумгаит. Сумгаит, это детство. Сумгаит, это юность. Сумгаит, это море. Море солнца. Сумгаит, это детство. Сумгаит, это юность. Сумгаит, это море. Море солнца. Детство, Сумгаит, это юность. Сумгаит, это море, море солнца. Сумгаит, это детство. Сумгаит.